Здравствуйте, Ребзя. Давайте проведем с вами так называемую неполную разборку вышеуказанного травматического пистолета, замечательного девайса, который позволит вам в темное время суток в жаркой дискуссии отстоять свою правоту и свою точку зрения на мироздание. Для этого вынимаем магазин, он у меня уже пустой. Отодвигаем скобу вниз и влево. Затвор отодвигаем назад. Произведена так называемая неполная разборка. Обратный порядок действий. Вот, в принципе, и все. До свидания.